багаж в полицейское управление. Доставьте. Как же она выросла и похорошела. Петр Иванович изменился. Давай, давай, давай. Получается. Вот, вот, вот. Дядя, какое счастье, что ты приехал. Ты всегда что-то необыкновенное придумываешь. Как я счастлив. Ну как? Ты представляешь. Я какая-то взрослая. Ну-ка, признавайся. Сколько разбитых сердец на счету? А? Веришь? Ни одного. Нет, не верю. Как же тебя давно не было. А в Затонске ничего не изменилось. Все по-прежнему, все по-старому. Ну, может быть, это и к лучшему. Может быть. Да. Соскучилась она по нему. Давненько он у нас не был. Лет 5? Кажется, даже и не вспомню сразу. И что же, так и не нашел себе спутницу в Париже? Ну, думаю, в спутницах у него недостатка не было. Но жены нет, не нашлось. И между нами говоря, он приехал сюда совершенно без средств. Так что теперь моему Витеньке придется еще и брата содержать. А возраст, надо признаться, его только красит. И баламут. Объявил себя каким-то спиритом. Это который с духами разговаривает? Угу. Дядя, а вот ты завтра идешь на спиритический сеанс Кулешова? Да, зван, интересуется. А можно мне с тобой? Конечно, конечно, да? Можно, я не против. Но вот как на это отреагирует твоя мама? Ой, ну с ней я разберусь. Ну, поехали. Похоже, они нашли друг друга. Да уж. Еще и механизм этот. Нет. Ну, сколько можно? Бонжур. Аня, нет. Аня, нет! Ну, не собирается же она на улицу выехать. Нет, это не мыслимо. Ну, все, землетрясение в Затонске. Теперь разговор на неделю. Это невозможно, ребенок. Тебя иду искать. Thank you.
Чем могу служить? Доложите полицмейстеру, что прибыл штурман. Ждите, сейчас доложу. Диву даюсь. Откуда в людях эта непреодолимая жажда взять то, что плохо лежит? И ведь не ими положено. Ладно. Угу. Что же получается? Он выбежал из дверей и наутек? Ага, побежал. А я смотрю, дверь-то взломана, а тут люди бегут, городовой. Ага. Особые приметы никакие не запомнили? А ты, стал быть, мимо шел? Ага, мимо. Живешь неподалеку? Не, в Слободке живу. В дом заходил? Не, это зачем же мне? Тот как выскочил, как побежал, а тут тетка какая-то завопит, мол, держи вора. Ну, я там, значит, и стоял. Это барышня крикливая, я ее только что опрашивал. А что же это вор на улицу-то выбежал? Ведь он мог через окно, да, огородами. Да какие же там огороды? Окна в стену выходят. Тупик. Тупик. Ты же только что говорил, что в дом не заходил. Откуда же знаешь, что тупик? Так, известно. Тупик там. Я бы советовал вам осмотреть ближайшие кусты, где сей господин наверняка и сбросил украденное. А ты там был, господин хороший, а? Это кто? Чё это он? Сударь, я вас попрошу не вмешиваться. Вы продолжайте, продолжайте. Я разберусь без ваших указаний. Не нарушайте порядок. Господин полицмейстер просит вас. С тобой, голубчик, будет разговор теперь особый. Штурман Яков Платоныч, надворный советник. Имею честь представиться по случаю прибытия на новое место службы. Добро пожаловать, Яков Платоныч. Из каких таких радостей столичного сыщика перевели в нашу глушь? Знаете, всегда мечтал служить в провинции. А у меня вот иные сведения. Ну что ж, никакой тайны в этом нет. Если вам все известно, отрицать не буду. Да уж известно. Но у меня, знаете ли, тоже есть свои источники. Но ведь не убили никого, и то хорошо. Мне главное, чтобы не по политическим мотивам вы у нас оказались. Не по политическим, это точно. Это что за птица? Какой-то чин из Петербурга. А? Инкогнито прибыл. Да? Инспектор? Да похоже на то. Похоже. Я, разумеется, знаком с вашим послужным списком. Впечатляет. Тесно вам у нас будет после столицы. Чиновник по особым поручениям, сыскного отделения департамента полиции и вдруг провинциальный сыщик. Хотя у нас тоже бывают случаи заковыристые. Без дела не останетесь. Надеюсь оправдать ожидания. И давайте без чинов. Просто Иван Кузьмич. А это, кстати, не мой кабинет, а ваш. Занимайте ваше место. Благодарю. И подберите себе помощника. У нас есть несколько опытных сыскарей. А я могу поговорить с молодым человеком, который сейчас в приемной? С Коробейниковым? Так он простой дознаватель. Без году недели у нас. Но все же, если вы не против. Как вам будет угодно. Письмо тебе принесли. Благодарю тебя, ангел мой.
Мой оракул, ты много говорил о нашем будущем. Пусть теперь о нем скажут духи. Жду тебя вечером. Твоя Татьяна. Плохие новости? Глупости и пустяки. Можно я потом возьму у тебя почитать? Можно я возьму у тебя потом почитать? Да, конечно. А тебе интересно? Да. Надо бы кое-что прояснить. Ты что, опять что-то видишь? Да. Ожерелье весняное? И где же оно было? Оно было в гостиной. Мне его бабушка показала. Какая бабушка? Ангелина. Анечка, твоя бабушка умерла? Нет, я ее видела. Анечка, врать это нехорошо, это стыдно. Я видела. Анюта, ты в самом деле видела бабушку? Это как тогда в детстве, когда бабушка умерла? Да, только тогда мне казалось, что они живые люди, те, кто ко мне приходил. А теперь они мне снятся. А сегодня вообще мне приснилось, словно я эта утопленница. И еще и сказала... Смерть неизбежна. А что ты еще сказал? То есть, что она сказала? Больше ничего. Ты не спросила? Ну как, это же сон. Ну, дитя мое, такое бывает. Случается, не волнуйся. Так ты возьмешь меня сегодня Кулешовым на сеанс? Да, конечно. Конечно, я же обещал. Да. Ваш благородие, разрешите? Здесь поставьте. Можете идти. Слушаюсь. Продолжайте. После гимназии служил письмоводителем на почте 5 месяцев. Потом билетным кассиром на пристани. Но совсем недолго. И после этого у купца Хомутова 5 месяцев работал в конторе. И в управлении хозяйственной части пожарной охраны. Ну что ж, богатый жизненный опыт. Стало быть, город знаете? Да, как свои 5 пальцев. Вижу, в полицию пришли по зову сердца? Так точно. Чувствую призвание служить закону и общественному благоденствию. Похвально. Ну что, послужим вместе. Как вас по батюшке? Антон Андреевич. Что же, Антон Андреевич, помогите мне с багажом разобраться. С удовольствием, Яков Платонович. Держите. Аккуратнее, это фотографический аппарат. Пластины, химикаты для проявки фотографии. Но ведь фотография – это очень дорогое занятие. Я упростил процесс по методу Левицкого, и теперь это занятие стало гораздо дешевле. Вы откроете, откройте. Да. Ваше благородие, осмелюсь доложить убийство. Сюда, ваше благородие, сюда. Расступись, расступись, расступись. Я желаю вашего благородия. День добрый. Вот. Thank you.
Вот убийца. Я не убивал. Так. Да он убил, паразит, Митька. Да, все слышали, как они ругались. Приревновал, черт скаженный. Ну и что видите, Антон Андреевич? Вижу, тело лежит навзничь. Головой ко входу. Топором его ударили, и топор здесь же и бросили. Что, на мой взгляд, странно. Следов борьбы не видно, то есть удар был неожиданный. Ну, допустим, убитый стоял на крыльце лицом ко входу. Так. Так он и стоял, когда я пришел. И топор в руках держал. Но не убивал я его, обругал и ушел. Это твой двор? Нет, мой там. Смотрите, карабинник. Оконный проем и стена забрызганы кровью. То есть убитый стоял лицом к окну, спиной ко входу. Удар произвели снаружи, когда он вплотную подошел сюда. Изнутри такой удар не произведешь. А чей это двор? Так, чей двор за сараем? Василий двор. Стой! Стой, сказал! Стой! Стой! Давай, давай, заходи! Покидая тело, душа возвращается в мир духов, из которого она и вышла, чтобы возобновить некое новое материальное существование после некоторого отрезка времени, более или менее долгого, в течение коего она пребывает в состоянии скитающегося духа. Поскольку дух должен пройти через многие воплощения, то из этого следует, что мы все имели много существований, и что у нас будут еще и другие воплощения на этой земле, либо в других мирах. Ты дал ей эту книгу? Она меня попросила. Она интересуется, конечно, дал. Так сам ты веришь во все это? Я больше тебе скажу. Я практикую. Ай, брат, знаешь что? Я очень не хотел бы, чтобы Анна чрезмерно увлеклась всем этим. Знаешь что? Ты отец, правильно? Ты можешь ей запретить. А я что? Меня попросили, я дал. Ах ты, боже мой, добрый ты мой дядюшка, а? А то ты не понимаешь, почему я тебе все это говорю. Слушай, хватит маячить, сядь уже, наконец. Неужели ты не помнишь все эти ее детские странности? Я все прекрасно помню. Да, у нее были определенные задатки. Задатки? Только не вздумай провоцировать ее на все эти фантазии. Если бы ты знал, сколько нам усилий пришлось потратить на то, чтобы убедить ее в том, что невозможно видеть мертвых точно так же, как и живых. Я не провоцирую. Мне в голову не пришло, что книги нужно держать под замком. Не знал, что нужно книги прятать. Да, я тоже не знал, что книги нужно прятать. А выходит, что нужно. Ладно. Сам-то вообще чем собираешь заниматься? Ну? Надо подумать, надо осмотреться. По-твоему, спиритизм чем не занятие? В Париже каждый медиум состоятельный человек. То в Париже. Так должен он был Федору кругом. Да он весь в долгах. А Федору столько должен был, что хоть избу продавай. Топор, ваше высокоблагородие. Топор. Ну вот и все. В управлении его. Однако, Яков Платонович, позвольте мне выразить вам мое восхищение. Оставьте. Ну, вот скажите, как вам удалось так быстро все оценить? Я просто внимательно смотрю. Чего и буду требовать от вас. Учиться всегда и везде. Но
Яков Платонович, я буду счастлив учиться у вас. Безоблачного счастья я вам не обещаю. Вы так и будете там стоять? Трогай. Господа, прошу внимания, а вот и наш волшебник. Всего лишь медиум, всего лишь медиум. Позвольте представить вам моего мужа, Игнатия Петровича. Весьма приятно. Анна, моя племянница. Анна, вы прелестны. Ну что ж, госпожу Громову, я думаю, вам представлять не нужно. И без сомнений, вы должны помнить нашего поэта, господина Семенова. Учитель словесности, как же. Ну и, конечно же, господина Мазаева, нашего живописца, вы тоже знаете. Как там Париж? Париж, как всегда, прекрасен. Ну да, ну да. Ну что ж, господа, все в сборе. Прошу за стол. Как вы знаете, по желанию моей супруги, Петр Иванович продемонстрирует нам новомодную забаву. Забавы – это... Это вряд ли можно назвать. Петр Иванович, не сердитесь. Мой муж просто хотел сказать, что это популярное движение в Европе. Ну, движение может быть. Но я бы все-таки назвал это... Я бы назвал это наукой. Если вы позволите, господа, вначале я скажу пару вводных слов о спиритизме. Спиритизм – это практика, зародившаяся в Европе еще в середине прошлого века. Благодарю. А, любезный, можно вас попросить выключить электричество? Пожалуйста. Медиум обладает удивительной, я бы сказал, уникальной способностью. Он соединяет наш мир, мир земной и другой мир. Сущности же, с которыми он сообщается, сами себя именуют духами или гениями. И прежде они проживали здесь, на Земле. Они образуют мир духовный, в отличие от нашего с вами мира телесного. Ну, впрочем, что об этом говорить, когда можно показать? Ох, не по душе мне все это, господа. Да бог с вами, это всего лишь фокус. Достаточно дискуссий. Сейчас вы сами все увидите. Скажите, а для этого не нужна какая-то специальная доска? Нет необходимости. Существуют разнообразные практики. Вот как. Итак, дух кого вы бы хотели вызвать? Дух Мари Ленорман. Мари Ленорман? Вот как. Ну и о чем же, по-вашему, следует ее спросить? Сбудется ли мое желание, которое я сегодня загадала? Ну что ж, извольте. Кто это? Мари Ленорман? Это французская предсказательница. Надо бы взяться за руки, господа. О! Дух Мари Ленорман, явись мне. Дух Мари Ленорман, явись мне. Дух Мари Ленорман. Неизбежно.
твое желание. Твое желание, оно не сбудется. Все мы смертны. И ты в том числе. Ты не исключение. Умрешь. Смерть неизбежна. Смерть неизбежна. Смерть. Довольно! Это, извините, черт знает что! В самом деле, это нелепо! О, какой эффектный уход! Это достойно театральных подмостков. Господа, а что, собственно говоря, он сказал? Вернее, она. О ком? Я про дух. Ну, что смерть неизбежна, ну так это не новость. Что касается ее слов в отношении Татьяны Сергеевны, я никакой угрозы не заметил. Ну да, она умрет, как и мы все, только в свой час. По-моему, ничего особенного. Довольно! Довольно об этом. Дорогая, ты как? Все хорошо. Петр Иванович, Петр Иванович, проснитесь. Фокус не удался. Что она сказала? Да полните, Петр Иванович. Все и так достаточно взволнованы и впечатлены. Господа, господа! Господа, господа, господа! Господа! Это я так понимаю. Это часть представления. Да замолчите же вы, но принесите воды. Анна, вы меня слышите? Ну, чтоб, ну, разойдитесь, дайте воздуха. Давайте, скорее. Попейте. Спасибо, мне уже гораздо лучше. Может быть, давайте на веранду, на воздух. На веранду, Аннет, ну, на воздух. Помогите же, скорее, помогите. Помогите. Пойдемте. Ну что, похоже, я был прав. Идем. Миронова весь вечер на арене. Пойдемте. А племянница, племянница у дяди по сестенках. Не похоже? Тонкая, впечатлительная натура. Сударь, вы что, встали в стойку? Неужели вы готовы отдать Татьяну мне без боя? Что, шампанского? Неплохо. Неплохо. Что случилось? Ничего, ничего. Наверное, душно от свечей. Не мудрено с сеансами вашими, Петр Иванович. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо. Просто голова кружилась. Ну, Петр Иванович, вы действительно произвели впечатление. Что она сказала? Ленорман, я действительно, я не помню, когда в медиума вселяется Петр Иванович, дух. Да будет вам. Представление окончено. Вы напророчили мне смерть. Бог мой, не я. Забудьте. Не я. Прошу вас, позвольте мне объясниться. Это всего пара слов. Прошу вас. Рада, Аннушка, что дядя приехал? Да, конечно. Смешной он у вас? Да, он вообще-то добрый. Я даже не знаю, что на него нашло. Фантазер. Он всегда любил произвести впечатление. Как Татьяна Сергеевна? Ничего. Ничего, Татьяна Сергеевна, я ей все объяснил, она не в обиде. А почему же ты вернулся без нее? Мне захотелось побыть в одиночестве. А ты видел девушку? Какую девушку? Ты не видел ее. Девушку. Скажи, ты притворился?
капризны. Иногда они, да, они иногда не приходят. Но нельзя признаваться в этом публике. Во время сеанса в этом ни в коем случае нельзя признаваться, потому что это подрывает доверие к спиритизму, как к явлению, как к методу. Понимаешь меня? Но мне показалось, что ты нарочно Кулешова пугал. Ты ведь мог сказать все, что угодно. Нет, нет, нет. Ни в коем случае никого я пугать не хотел. Ну вот так вышло. Само собой. Нам приходила девушка-утопленница во время сеанса. И я ее видела. Спокойной ночи, радость моя. Прости. Дед, давай вызовем эту девушку. Зачем? Я не смогу уснуть. Мне нужно поговорить с ней вместе с тобой. Может быть, может быть. Но завтра. Нет, сейчас. Хорошо. Мне понадобится спиритическая доска. Возьму. Кого же вызывать, Аннет? Мы даже имени ее не знаем. А ты вызови дух той, которая явилась сегодня во время твоего сеанса. Ну что же, мне так и говорить? Дух той, которая явилась мне во время сеанса, приди. Да. Дух девушки, явившейся сегодня во время сеанса. Приди. Дух девушки, явившейся сегодня во время моего сеанса. Приди. Аннет, это невозможно. Не получится. Дай. Ничего. Дай мне руки. Пожалуйста, дай мне руки. Дух девушки, явившейся мне сегодня во время сеанса, явись мне снова. Дух девушки, явившейся мне сегодня во время сеанса, я приказываю, явись. Что с тобой? Она здесь.
Дядя, что мне делать? Спроси ее о чем-нибудь. Кто ты? И что тебе нужно? Да. И теперь рядом с ней. Вы шли вдоль берега реки. Дядя, что с ней случилось? Я не знаю, кого ты видела. Ты знаешь, что с ней произошло? Прости меня, что я вовлек тебя в это во все. Твой дар, он меня удивляет. Дядь, я от тебя не отстану. Кто это такая? Не сейчас, Аннет. Давай не сейчас. Отложим до завтра. Я сейчас не могу. Не могу. Спокойной ночи. Ну вот, приехали, господин надворный советник. Для того, чтобы вызвать дух утопленника, необходимо пойти на реку и опустить в воду зеркало. В отражении вы увидите вызываемый вами дух. Смотри, что она там делает? Колдует. Чертей хочет увидеть. Чертей? Да. Ну что, ведьма? Ведьма! Сейчас догоню, уши надеру. Говорят, что это жена заводчика Кулешова.
5 лет назад у нас тут тоже одна барышня утопилась. От чувств. Здравствуйте. Антон Андреевич, осмотрите берег. Внимательно смотрите. Что-то конкретно искать? Не знаю, что. Что-нибудь. Может, утопленница обронила что? Или следы какие подозрительные? Ну, подозрительные? Она ведь сама утопилась. А кто так решил? Это еще подтвердить или опровергнуть нужно. Ищите и обрящите. Но сначала нужно определить, где она упала в воду. Понял, слушаюсь. Вы тоже пройдитесь вверх по течению реки. Судя по всему, она провела в воде несколько часов. Определите скорость течения реки, ну и место падения тела. Слушайте, послушайте. За мной. Барышня! Прошу прощения. Это ведь... Вы нашли тело. Мне сказали барышни на колесиках. Да, я. Следователь Штольман Яков Платонович. Миронова Анна Викторовна. Вы знали утопленницу? Да. Мы были знакомы. Когда виделись в последний раз? Вчера вечером. Мы были у Кулешова. Что там делали? Ничего особенного. Просто званый вечер. Не заметили ничего необычного в ее поведении? Нет, ничего такого. Когда разошлись? 9:30. Благодарю вас. А я видел вас в городе на велосипеде. Я вас тоже видел. Вам нехорошо? Нет, нет, все в порядке. Я не буду вас больше задерживать. Если мне нужно будет задать несколько вопросов, я вас найду. А мой отец адвокат, Миронов. И если вам будет нужно, то всякий вам укажет на наш дом. Может, вас проводить? Что? Или могу городового с вами отправить? Нет, не надо. Спасибо. Вы точно доедете на этой штуке? Поиском я привлек местных мальчишек. Удивительно, но они нашли это на берегу. Похвально. Дядя! Анет! Милый! Я нашла тело в реке. Что? Татьяна Семеновна Кулешова. Утонул. Что ты такое говоришь? Я утром поехала к реке и нашла ее там. Почему ты решила, что это Татьяна? Потому что это она. И другие ее видели и узнали. Этого быть не может. Этого быть не может. Дядечка, милый, может, ты мне объяснишь, что это все значит? А что я могу объяснить? Вчера напророчил ей смерть, а потом вы вдвоем пошли к реке.